Добро пожаловать на канал Кухни Вкусных Блюд. Вы любите запеканки? Я их очень люблю, и сегодня я покажу вариант запеканки с творогом и макаронами. Такую запеканку можно подать на полдник или взять с собой на работу. Запеканка подойдет как взрослым, так и деткам. Она очень сытная, вкусная и готовить совсем несложно. И еще это отличный вариант, куда можно использовать вчерашние несъеденные макароны. Итак, берем 200 грамм макарон. У меня это детские макароны, можно взять, например, паутинку или что-то подобное. 300 мл кипятка выливаем в макароны прямо из чайника. Закрываем крышкой, и пока будем готовить основу, макароны немного станут мягкими. Берем 3 яйца. Добавляем 100 грамм сахара, можно добавить ванилин по желанию, и немного посолить, прям щепоточку. И слегка взбиваем, можно вручную венчиком. Теперь кладем 400 грамм творога, у меня творог 9%, и еще раз взбиваем, чтобы разошлись творожные комочки. И тут произошло для меня самое страшное, я забыла включить камеру и не показала вам, как набухли макароны. В общем, лишнюю воду из макарон я слила и выложила в яично-творожную массу. Все вот так хорошенько перемешиваем. Форму для запекания смазываем кусочком сливочного масла. У меня форма 20 на 20 сантиметров. Выкладываем массу, разравниваем и выпекаем 30 минут при температуре 175-180 градусов. Если хотите, чтобы запеканка красиво запеклась, то в конце выпечки поставьте на режим гриль минуту на 2. Подавать запеканку можно со сметаной, с вареньем, с чем душа пожелает. Она вкусная как в горячем, так и в холодном виде. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. До скорой встречи!